Друзья, всем привет! Сегодня буду готовить опять салат из цветной капусты. У меня, кстати, есть видео на канале, но, может быть, кто не видел, как бы освежить память. В общем, вот вилок цветной капусты. Я нагреваю воду, до кипения, да, довожу, и опускаю туда капусту. Вода закипела, опускаю нашу капусту. Вот видите, кочерыжка торчит, остальное все плавает. Ну и засыпаю туда вот чайная ложка соли. Ну пусть будет 2 чайных ложки соли. Вот. Пусть она вот сейчас буквально, как вода закипит, варим минуты 2-3 максимум. Переваривать нельзя капусту, иначе она будет такая очень мягкая и потеряет свой вкус. Надо, чтобы она слегка подхрустывала. Итак, капуста наша отварилась. Я дала, буквально чуть-чуть ей остыть, чуть-чуть. И обрезаем на соцветия. Ну, вот это, конечно, будут большие соцветия. Так, видно вам? Вот так. Ну, вот так приблизительно на 3 части. Смотря какие соцветия, разрезаем. Вот так. Ну, нормально, как говорится, чтобы в рот помещалось. Вот так, вот так. Ну, смотрите там по обстоятельствам, как вы любите. Я все-таки люблю, чтобы она была такая вот, ну, вот такими кусочками. Вот, обрезаю вот так. Так, это убираем. Так. Ну и так разделываем всю нашу капусту. Теперь что мы делаем? Так, посыпаем нашей сушеной зеленью. Ну вот так, перемешаем сейчас это все. И наш лучок мелко-мелко режем. Меленько. Нет зеленого, можно порезать репчатый. Все по желанию. Добавляйте ту зелень, которую вы любите. Кстати, очень хорошо туда идет обыкновенный наш укропчик. Но у меня в данном случае он сушеный. Ну, вот так вот я перерезаю всю нашу зелень. И отправляем ее к нашему салатику. Вот так. Все, отправляю в салатику. Так, теперь что делаем? У меня перчик такой крупномолотый, черный. Тут я так поняла, что ассорти. Ну, вообще написано black pepper, но, знаете, крупного помола очень мне нравится, очень. Солить я не солю по той причине, что отваривала в соленой воде. И добавляем майонез. Майонез, какой? Я предпочитаю 50-60% жирности. Вот такой. Ну, вот сколько? 3 столовых ложки. 3. Достаточно пока. Все. И все перемешиваем. Наш салат готов. Друзья, этот салат можно есть и теплым, конечно, конечно. Но я предпочитаю его есть охлажденным, чтобы зелень отдала вкус. Тем более, что у меня лично была сушеная зелень. Если свежая, можно, конечно, и теплым. И я оставляю его приблизительно на полчасика в холодильник. Пусть постоит, напитается. И охлажденный вот этот вот салатик просто чудо. Обалденный салат, очень вкусный. Попробуйте, я думаю, вам понравится. Если вам понравилось видео, было чем-то полезным, поставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписался. Делитесь с друзьями с рецептом. И до скорых встреч. Пока-пока.